Здравствуйте, дорогие будущие читатели! Я вам хочу представить свою новую книгу «Люблю и понимаю». Она про детей, для родителей и детей и немного про родителей. Поймите главную вещь. Ваша миссия как родители – вырастить из ребенка не неудобного взрослого, а психологически здорового человека, самостоятельного и счастливого. А растить детей счастливыми, если вы сами наслаждаться жизнью пока не научились, невозможно. Поэтому в этой книге сперва надеваем кислородную маску на родителей. Учимся любить себя, отдыхать, обращаться за помощью. Перестаем беспокоиться обо всем на свете, бежать быстрее всех, жертвовать собой. Разбираемся, какие проблемы вы тащите из своего собственного детства. И, конечно, обсуждаем конкретные вопросы по воспитанию детей. Первый год жизни ребенка. Почему в этот момент так тяжело и так много пар расходится? И как этого избежать? После трех уже поздно, а до трех вообще не нужно. Правда, про раннее развитие. Как помочь малышу полюбить детский сад? Дальше школа, уроки, портфель, будильники по утрам. Это зона ответственности самих детей, а не ваша, дорогие родители. Наконец, почему одни пятерки в дневнике? Обычно это проблема. И многое-многое другое. Будет интересно. Что еще интересного вы найдете в этой книге? Как понять, готовы ли вы к детям? Или пять неправильных поводов завести малыша? Родила, но хочу на работу. Хорошая ли ты мать? Детские истерики, агрессия, ревность. Что делать? Как выбирать школу? что сказать ребенку накануне 1 сентября ваш ребенок все время сидит в телефоне или в планшете как решить эту проблему фраза которой ни в коем случае нельзя говорить подростку и наконец что делать вам родителям с вашими обидами на своих родителей Школа. Инструкция по применению. Эпиграф. Сначала они задают сочинение на тему ⁇ Ваше мнение о персонаже ⁇ а потом ставят двойку, потому что мнение не совпадает с общепринятым. Это все, что нужно знать о российской системе среднего образования. Из интернета. Меня часто спрашивают, как выбрать школу. Открою секрет. Гораздо проще, чем вы думаете. Критерия вообще-то всего два. Первый. Она должна быть рядом с домом. Чем ближе, тем лучше. Никаких 40 минут на автобусе с пересадками или на заднем сидении авто — не суть. Дети устают быстрее нас, взрослых, и ребенок не должен доезжать до учебного заведения уже задолбавшимся. Какими бы в этом заведении ни были программа и уклон, он в младших классах, кстати, вообще не важен. Дополнительное преимущество школы рядом с домом ⁇ то, что ребенок сможет продолжать общаться с одноклассниками в свободное от уроков время. Второй и главный критерий ⁇ у вашего ребенка должна быть адекватная первая учительница. Это, собственно, все, что от нее потребуется в ближайшие 3-4 года. Быть адекватной, уравновешенной, любить свое дело и детей. Потому что ничто так не корежит детскую психику и не отбивает интерес к учебе, как фразы типа «Я таких дебилов вообще никогда не видела, хотя уже 40 лет здесь работаю», «Ор» и уж тем более физическое насилие, пусть даже в самой легкой форме. Как найти такого педагога? Заранее пойти к районной школе и узнать у родителей, которые забирают своих отпрысков, кто из учителей выпускает четвертый класс и набирает первый, и что они, родители, об этом учителе думают. Это все. Не бином Ньютона, однако делать так догадываются далеко не все. Первых нет и отстающих. Но выбор школы — это еще не все. Куда важнее понять, действительно ли ваш отпрыск к ней готов. В первую очередь психологически. Все дети взрослеют с разной скоростью, и на Западе, например, это учитывают. Там весь класс, 30 человек, учатся по одному учебнику тетради, но пятеро из класса могут в данный момент быть на шестой странице, шесть на восемьдесят шестой, десять на сто пятьдесят второй. И это нормально, понимаете? То есть не считается, что к такому-то возрасту ребенок обязан что-то знать или уметь. Что происходит у нас? Приходит завуч с секундомером, допустим, во втором полугодии второго класса. Берет текст, засекает время, говорит «поехали». Через минуту выключает секундомер, задает вопросы и определяет, сколько знаков ребенок прочитал и понял ли смысл прочитанного. Если школьник не выполняет нормативы, то признается отстающим. Вообще, к сожалению, наша школа дает совершенно бессмысленный набор знаний, абсолютно не привязанный к реальной жизни. Три землекопа копают бассейн, четыре доярки одновременно доят коров. Ни землекопов никто из детей в глаза не видел, ни коров не доил, и смысла в этом никакого, потому что к их жизни неприменимо. Как это все поможет детям в дальнейшем? Да никак. В этом выгодное отличие западных школ от наших. Они не грузят детей таким объемом бесполезных академических знаний, зато дают возможность провести несколько лет в более комфортной психологической обстановке, где тебя не унижают и где к тебе подбирают индивидуальный подход. Но, увы, приходится иметь дело с нашими реалиями. И очень важно понять, готов ли ваш малыш психологически к обучению и общению со сверстниками. Я преподавал в израильской школе. Дети там и лежат, и на ушах стоят, и на полу уроки делают. Парты расставлены не как в России рядами, а, например, полукругом. И вы удивитесь, но никто не требует сидеть на краешке стула с идеально прямой спиной, и чтобы правая рука лежала локтем на ладони левой руки, как это было в моем детстве. Преподавание идет в игровой форме, так что такой серьезной проблемы, с какого возраста отдать ребенка в школу, там нет. У нас же, к сожалению, дети вынуждены выдерживать большое статическое напряжение сидеть сиднем. Вы уверены, что ваш ребенок это выдержит, особенно если он сейчас в промежуточном возрасте. Например, ему 6,5 лет. Если нет, обратитесь к детскому психологу. Он поможет оценить степень готовности ребенка к школе. Первый раз в первый класс. Как подготовиться? Хочу, чтобы вы запомнили главное. Специально готовить ребенка к школе не надо. Не нужно вообще создавать ажиотаж и демонстрировать, как вы нервничаете. Не надо пугать ребенка фразами типа «Тебя в школе научат родину любить и родителей уважать». У родителей ведь как обычно бывает. Школа еще не началась, а тревожность уже повысилась. Но вся нервозность, все ваши страхи и проблемы к ребенку отношения не имеют. Это ваши чувства, ваши переживания и ваш опыт. Не надо всей семьей рассказывать малышу, как вас обижали, как учителя орали или как вы побеждали в городских олимпиадах. Оставьте свои амбиции, оставьте все мысли о том, что наш самый лучший и должен учиться на одни пятерки. Ваш перфекционизм может привести к неврозам, высокому уровню тревоги, к телесным проявлениям, вплоть до энуреза и заиканий. Ребенок не должен нести груз ваших неоправданных ожиданий. Иначе он понимает, что не такой, как вы мечтали, и страдает, чувствует одиночество. У него начинают развиваться комплексы. У ребенка закрепляется мысль, что его любят только за пятерки, что похвалу нужно заслужить. А ведь он на самом деле вам ничего не должен. Не стройте из себя педагогов, любите ребенка просто потому, что он у вас есть. Важный момент. Ребенку нужно объяснить, что у него начинается взрослая жизнь, что вы всегда ему поможете, всегда поддержите. Но школа — это его ответственность, как у вас работа. Учеба и все, что с ней связано, должны быть нужны именно ему, а не вам. Вы за него школу не закончите и в университет не поступите, вы отвечаете только за его душевное и физическое здоровье. Поэтому текст такой. ⁇ Дорогой ребенок, мы тебе полностью доверяем. Ты учишься так, как считаешь нужным, и тратишь на уроки столько времени, сколько считаешь нужным. Это твой выбор. И пока учителя и директор нас не трогают, мы считаем, что все идет правильно. Но если нас начнут вызывать в школу и жаловаться на то, что ты перестал учиться, что у тебя проблемы, что ты не понимаешь материал и отстаешь, то, к сожалению, райская жизнь закончится, и нам придется поговорить с тобой по-другому. Что конкретно это значит? Школа — ответственность ребенка. Это значит, что вы не собираете портфель, не проверяете, не забыл ли он сменку и где спортивная форма для физкультуры. Знаете, есть такой феномен. Если вам диктуют номер телефона, а записать его не на чем, вы что делаете? Правильно запоминаете. А если сразу вбиваете в телефонную книгу, то все через секунду вы этот номер уже не помните. Так и здесь. Когда есть мама и папа, которые проверяют, контролируют, нет необходимости напрягаться. Ответственность ребенка снимается. Сейчас совсем страшную вещь скажу. Если школа в шаговой доступности, и вы не возите детей на машине, рано или поздно надо будет перестать их будить. Не первоклашек, конечно, но вот в средней школе придется завязать с любимым утренним шоу «Мы опаздываем». Да, сначала без ваших «вставай, кому говорю», они начнут опаздывать, возможно, начнутся проблемы. Но именно так они научатся слышать будильник и вставать вовремя.